Здравствуйте, дорогие друзья! Суперлига женская вашему вниманию. Стадион «Октябрь», пятый тур. И сейчас мы с вами посмотрим за матчем ЦСКА «Москва-Рязань-ВДВ». Судейская бригада появляется на ваших экранах. Ну и давайте судей для начала представлю. Главный арбитр Любовь Тарбеева, помогают Юлия Петрова и Елена Иванова, резервный рефери Екатерина Кабанова и инспектор матча Альбина Грец. И армейцы появляются на газоне, на родном появляется ЦСКА, следом и Рязань ВДВ. Ну а теперь давайте пару слов и, конечно, о составах команд. Начну с хозяек. Армейцы Москвы. Ну а теперь к составу. Рязань ВДВ. Маргарита Широкова сегодня в воротах. 81 номер. Татьяна Краснова 8-я. 3-я Валерия Беспаликова. 14-я Татьяна Петрова. 88-я Анастасия Пасть-Баршин. Главный тренер команды Рязань ВДВ. Теперь уже и атака армейской команды с прострелом очень неплохим от Беспаликова. Дача. И как я и анонсировал, блестящая работа нападающего команды Рязань ВДВ. Букович, за ней нужен глаз да глаз. Мяч был отменен. И необходимо, конечно, посмотреть повтор этого эпизода. Уже и рязанские футболисты успели отпраздновать. По росту как раз встали. Низом передачи и очередной момент шикарный с ударом, но здесь Тодуа справляется. Тодуа опасный. Давайте еще раз посмотрим. Здесь типично делает передачу. И вот он момент. Момент у армейской команды. Набирает ход Ангене, делает передачу. И шанс какой был у красно-синих. Здорово. Все сделал, и точную передачу, но и просто мимо мяча. Откровенно махнул Безенкова. Очередной шанс с углового получает команда Рязань ВДВ. У нас на октябре и опять дают бить. Дают собирать. А принять это на свой счет ошибка. И Ангене получает шанс. Ангене, но не удалось пробить. Вот так из ничего. Опять же родился этот момент. Мяч вновь доходит до 10 номера. Армейской команды. Петрова. На сей раз подача-то прошла. Идеальная! И Ангене забивает. Открывает счет. Габриэль. Вот она. Связочка армейская. Еще раз смотрим, как Петрова здорово подает. Да, вот как раз хотела в прошлый раз оформить передачу. Ну а зато сейчас идеально. Да. Ангене так головой аккурат в уголок. Без шансов. Первый тайм завершен. ЦСКА впереди 1-0. Классная игра. Давайте немного отдохнем. Минут 15 после продолжим. Второй тайм матча ЦСКА Рязань ВДВ 1-0. Мяч от Вукович, впрочем, не засчитанный из-за офсайда. Момент у ЦСКА тут же в начале второго тайма и вытаскивает в сумасшедшем прыжке. Удар широк, удар Смирновой. Солнышко еще светит, поэтому не так-то просто. Верховая борьба выигрывается. Удар поворотом от Петровой заряжает Татьяна. Весьма неплохой. Смотрим. Петрова к подаче на 60-й минуте матча. Подача. И удар поворотом.
подача есть. Есть завершение головой. И вновь заставляют поработать Широкого здесь. Так, попытка выиграть вверх. Снизу мощно, плотно приложилась Поздеева и заслужила аплодисменты. Но грамотно действуют красно-синие. По большей части не дают выдвинуться за пределы центрального круга соперница Мангене. Но сегодня заставляет поработать Широкову. Тихонечку начинает активно действовать. И мяч едва не доходит до Вукович в этом эпизоде. Тодуа сразу же реагирует. И вот он, свисток. ЦСКА обыгрывает Рязань ВДВ со счетом 1-0. Спасибо командам за этот матч. Спасибо вам, что смотрели, болели за своих, переживали, писали. Один, два, три, четыре, пять.